Приветствую вас, и давайте подумаем так. Если человек говорит, что у него что-то не получается, значит, ну, есть какие-то потребности, есть какие-то желания, но нету возможности их реализовать. Соответственно, возможности не совпадают с желаниями. Между ними происходит конфликт. Почему? Либо желания слишком сильно опережают возможности, превышают их. Либо значит, сами возможности недостаточно сильны и как бы соответствуют желанию. Первое, что нужно понять, это то, что желание всегда больше, чем возможности. Потребности всегда больше, чем средств их удовлетворить. Данный факт следует воспринимать как объективный, как аксиом. Ну и второе, необходимо по пунктам, наверное, разбирать ваши желания и думать вместе с вами, исходя из ваших способностей, из ваших возможностей, из ваших особенностей характера, как лучше это исполнить. Обычно у человека ничего не получается, если он занимается не тем, что ему нравится, занимается чем-то под давлением. Извне, под влиянием страхов, под влиянием каких-то сиюминутных, не своих, неистинных эмоций и желаний, в результате чего возникает конфликт. Соответственно, первое, что нужно сделать, это определить ваши цели как можно более четко, а потом наметить план по их достижению. Этот план будет состоять из задач, когда задачи вам нужно будет выполнить, задачи будут конкретно приближены к вам, и по достижении 2-3 задач у вас, скорее всего, появится уверенность в себе, и вы уже не сможете остановиться, пока не выполните изначально поставленную цель. То есть важно правильно поставить цель и правильно организовать свою деятельность. Для этого нужно четко оценивать свои способности. Вот именно в таком ключе вам и нужно двигаться. Если не сможете сделать сами, это вы обращайтесь в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.